Это Олесь. Вчера не было. Это утром не было. Утром было вчера. Нет, это было у тебя раньше. Ну что, мы будем дом украшать для Нового года, Олесь? Да, будем украшать. Да? Смотри, что у нас есть. В этой коробочке есть украшения. Покажи, что еще есть. Вот это есть. Это я обещала. Это ты принесла, да. Сейчас мы будем украшать. Начинаем с городка новогоднего. Ну что, включаем? Вот он, вот такой у нас есть городок. И мы включим и посмотрим, что получится, Алис. Да? Да. Давай. На тебя. Давай, ты будешь елочка. Ну-ка, как бусики, смотри. Давай ясно ставить, смотри. Чего ты пищишь? Давай посмотрим, если у нас не фигурки не потерялись. Подожди. Давай посмотрим, если у нас все фигурки. Вот у нас есть такие фигурки, еще с того года мы покупали. Остались. Посмотрим, если не растерялись. Ну-ка, кто у нас есть? Показывай. Давай. Это папа. Это не папа, это ангел. Это ангел. А не папа. А это мальчик. Похож. Это мальчик. Это мальчик, это не мальчик. Это который дары принесли. Волхва. Это маленький Библия. Это маленький Иисус. Смотри, вот он спит в своей люлечке. Он только что родился. Осторожно. Не это самое. Вот, это маленький Иисус. А так. Это кто? Покажи-ка. Салю. Не знаешь, да, я посмотрю. Это, кажется, Жозеф, папа Иисуса, да? Наверное. Да, ну, это поставим. Папа. Это папа. А где Мария? Есть Мария? Есть мама? Давай. Подожди, дай я посмотрю. Это мама Иисуса, Мария, да. Мы ее куда поставим? Давай, ставь куда-нибудь. Тут. Это кто? Ну, это еще один волшебник Волхв. И зверюшки. Смотри, зверюшек поставь хорошо, чтобы были... Вот, барашка смотрит на маленького Иисуса. Кто еще есть? Это. Корова. Это. И ослик. Все смотрят. Вот он, маленький Иисус родился. И здесь мама, папа, волшебники, ангел. Что получилось? Маленький. Баньки-баю, давай, покачал папа Иисуса. Поставь, теперь нужно дальше делать. Я принес подарок. Вот, Волхов принес подарок. Волшебник. Спасибо вам. Я тоже принес подарок. Еще один принес подарок. А ангел, где ангел прилетел с крылышками? Это тоже подарок принес. Это тоже Волхов. А вот ангел, смотри, Алис, вот это с крылышками. Это ангел. Он прилетел посмотреть, как маленький Иисус родится. Все, родился маленький Иисус. Ура, Рождество. Ну, поставь его посерединке. Давай будем теперь это украшать. Нужно же еще поставить сюда мишуру. Какую-то гирлянду красивую положить. Давай. Маленький Биби. Давай теперь твою мишуру положим. Вот теперь можно твою мишуру положить уже вокруг. Чтобы красиво было. Давай вот так сделаем. Где-нибудь ее разложим. Смотри, будет так красиво с мишурой. Вот. И еще гирлянду сейчас сюда положим. Вот такие у нас будут ясли. Домик здесь будет такой. Подожди. И это гирлянда, которая горит, сейчас на зеркало, да, Алис? Да. Нет, а это... Она не хочет туда, чтобы... А в том году это она разве тут была? Да, в том году на зеркале. Это тебе. То есть это... Каждый год приходится новые ясли покупать, потому что каждый раз какой-нибудь ребенок с ними играет и растеряет. Раньше это Жюстин была, но сейчас Алис. Постараемся не растерять.
Позочка еще была. Да, ты самая маленькая, но это не значит, что ты должна это терять. Алис, иди сюда, посмотри. Посмотри, кто у меня есть. Алис. Привет, я Мишка с отломанным носом. Пойдем его тоже поставим. Здесь будет Мишка тоже у нас стоять, наблюдать за рождением маленького Иисуса. Домик тогда вот сюда передвинем. Ты нашла шарик, да, и шарик тоже. Так, это не совсем отсюда, ну ладно, пусть тут будет шарик. Да, это тоже подсвечник такой. Смотри, Алис, как красиво получилось все вместе с гирляндой. Елочку тоже сюда можно поставить такую. Вот что у нас получилось в итоге. Вот такие ясли. Так, дети, кто утащил маленького Иисуса? Я. А ну-ка, отдай его сюда. Я. Вот тут поставь маленькую, вот. А теперь пойдем большую включим на окошке. Вот такие у нас ясли с Мишкой. Нос облезли, но мы его починим. Вот это сзади такой домик у него. Такой домик. И вот. Хорошо, пошли сначала. Возьми одну. Одну возьми, какую не пик. Какая тебе не пик? Вот это. Ой, самая большая. Все, пойдем поставим эту самую елочку на окошко. Вот, на окошко мы поставим вот такую елочку сейчас. Вау! Смотри-ка. Вау. Красиво, тебе нравится? Пойдем еще посмотрим, чего там есть. Ну-ка покажи, Алис, что мы будем делать. Это? Мы будем приклеивать наклейки на окно, вот такие красивые. Давай-ка приклеим. Давай, помогу тебе ее отлепить. Подожди. О, мама, трудно как-то. Давай-ка приклеим вот такого Мишку. Нет, вот сюда, повыше, повыше сюда. А это как лицо? Вот так? Мишка. А это будет тут. Это мой еще. Вот так, да. Вот так. Подожди, я. Да, повыше. Я как упаду. Ты не упадешь, моя хорошая. Я могу. Ну, ей нравится все вместе. Ну, хорошо, пускай все вместе. Сет. Сет. Да. Не-не-не, чуть. О, как красиво. Ой, Алис решила вот эту елочку украсить звездочкой. Ну хорошо, это вообще-то на большую елку, но так тоже очень красиво. Потом мы сделаем. И вот такой маленький домик. Это Жюстин раскрашивала. Смотри, совсем Алис. Маленькая. Светится. Да, маленькая Жюстин раскрашивала. Видишь, какой домик? Здесь тоже есть. Это церковь, домик. Кто там живет? Ну-ка посмотри, живет кто-нибудь там. Ку-ку, скажи им. Ку-ку.
Там какие-то новогодние жители живут, да? Кто там? Кто там? Кто там живет? Это они. Ой, это они гостят. А здесь у нас уже есть одна. Еще хочешь повесить? Еще. Куда мы ее повесим? Давай на зеркало вот на это. На папину картину хочет повесить. Ну давай, иди на папину картину повесим. Сама, а ты не свалишься? Ну, вот так как-то. Это можно? Вот так. Тут? Да, и Мини Маус тоже светится у нас, да, ночью? И цвета красивые у меня. Это тоже украшение дома, да, Алис, Микки Маус твой, Мини твоя? Вот, это Алис украсила свои Мини. Нет, не на руки, посмотри, встань на стульчик, посмотри, красиво получилось. Нравится тебе, Алис? Ну что, мы готовы к Новому году, Алис, чтобы Дед Мороз подарки нам приносил? Ого, осталось только елочку еще поставить, и все, да? А так уже красиво. Понравилось тебе украшать дом? Угу. Елочку будем еще ставить? Да. Да. Пока. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Да. Что надо это самое, не сломать ее. Thank you.